Квартиры – долгожданный подарок на Новый год. В четверг в городской администрации состоялось торжественное вручение ключей от 27 квартир сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Хотя детьми получателей жилья назвать сложно. Положенных им по закону квартир многие из них ждали более 10 лет. Это уже взрослые люди, многие создали семьи. Теперь вот, наконец, обзавелись собственным жильем. Квартиры уже видели. Мне очень понравилось, жене тоже. Мы вдвоем ездили смотреть. А больше район понравился, очень хороший. Напротив школа, садик. Там недалеко остановка. ТЭЦ-3. На ТЭЦ-3. Нам очень нравится район. Он тем более славится то, что он теплый. Вот. Да. Квартиры очень теплые. Помещения, конечно, небольшие, от 20 до 40 квадратных метров, зато ухоженные, с ремонтом, мебелью и даже бытовой техникой. В течение 5 лет квартиры будут предоставляться по договору социального найма, а потом перейдут в собственность получателям.